Мы у Министерства обороны всю мобилизацию, все эти 2 года мы помогали ребятам на фронте. Мы собирали гуманитарку, мы радовались, когда они что-то получали, и когда мы облегчали им жизнь. Сегодня первый раз в жизни мы сами получаем гуманитарку со всей Москвы, мы скоро лопнем. Нам привозят на каких-то самокатах то пиццу, то кофе, то какие-то булки, то бананы. И вот на самом деле это приятно, что не все люди рискуют выйти на такую акцию и заявить свои взгляды, попытаться чего-то добиться, донести, помочь нашим ребятам. Но, по крайней мере, поддержку в эти вечерние часы мы чувствуем, потому что... Привет. Ну и что уж за компанию? Ты что, за 15 суток, что ли? Я уже наработала, мать. Сейчас... Долг наши там выполняют, блядь, за вас. Это за один? У них не свое. У них не свое, у них за вас. А вы их матерей, блядь, нет, мы не хотим, чтобы вы поехали. Я хочу, чтобы мы...